Всем привет, друзья! Это канал «Теннис без названия», меня зовут Хуан. Новый влог, Мальме, Швеция, пятнашка, и мы начинаем. Самокаты Bolt, 3 крона 50 стоит минута. Тридцатку сняли уже просто за использование. Это 3 евро. Погнали, нельзя терять ни минуты. Приехали на корты. Limhamns и Drottsplatz. Да, кортов. По спутнику было 2 тут. Здесь деревья, поэтому будет светотень. А, хорошо, тут мне нравится пока что. Мы с Ваней ищем отель, но в частности он ищет. Хуан, чуть ли не плачет. Я не готов 200 евро платить в сутки, блядь. Очень дорого здесь, очень дорого, реально. Причем невозможно. Пошли тренить хотя бы. Пошли, а то еще база завтра зайдет. Ну, сплюй. Плюй отсюда. Плюй! А что за 2 ночи мы уже отдали 200 евро на двоих. Please welcome on court. Иван Денисов, мистер Форхенд. Давай, давай, убирай корт. Побыстрее. Вот Ванек ему в***л на прошлой неделе, но очень доброжелательно с ним общается. 98 евро. Сейчас потренируемся часочек, 2. Ну, сколько дадут. Вот, я в основе, Ванёк в квале. For the double room, we share like 50-50, so it was okay. But, right, he's a video blogger, so he's trying, you know, like, this one, so he's trying to make something. So, but today, when we was going, like, to pay one more time, he said, like, 165, you know? And, like, but what is the difference? He told, like, today is the difference. Или можно линии по-тщательно чистить, а? Меня в комментах захейтят. Я люблю детей. Шутка. Давай, 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 пососись еще с ним. Сколько можно разговаривать? Отыграли 1.5 часа. Корты очень странные, отскок высокий, порой низкий. Вот. Корты чуть лучше, чем на прошлом турнире. Идем пешком до автобусной остановки, 8 минут. Едем в отель. Чтобы купить тикет на автобус, нужно скачать приложение Скалабрабрам. Проще душу продать, чем на автобус. Плата турнира только кредитной карточкой. Тут все кредиткой, все. Отели, автобусы. В этой стране нету кэша. Знаешь, что сказать тебе? Что Револют прислал, что мой баланс 2.75 евро. Ты еще можешь поехать домой на автобусе, потом только пешком. Да. С Иваном записываемся на парочку. Номер 1. А ты еще решил за меня все вкинуть? Конечно. Ты Болгария, да, или Россия? Бул. Бул. Булщит, да? Я же просто расписываю. Ван Денисов сегодня будет играть квалификацию. Вторым запуском я с ним потренировался, размял, потом поиграл с норвежцем, он мне отдал свою ракеточку на перетяжку. Еще такой нюанс, я когда записывался у судьи, я спросил, есть у него Wi-Fi, а там есть, я точно знаю, и пароль висит. Я говорю, есть, он говорит, нет, я говорю, вот он же висит. И оказывается, этот судья был русским, короче, такая ситуация. Сегодня мы собрались на очень занимательном матче. Эйтан Кук, мой напарник на прошлой неделе, вот Татьяна против Ивана Денисова. Кто победит в этом матче? Кто лучший напарник в паре? Вот так бьется за это звание, титул. Держит очень долго. Кук не сдается, хотя вот. Ладно, не буду снимать, Иван нервничает. Иван победил Ивана Кока. Не снимал, потому что Ваня нервничал. Боялся проиграть Бату. He's a Russian video blogger, so you can say something. Yes. Зубная шутка. Зубная. Все через карточку, наличку не принимаю. Ну это очень плохо. Что за страна? Везде только карточка принимают. Кэш не берут. It's a bit shit with some stuff. It's okay, no problem. Because I don't want to take out Swedish, it's shit for you also. 5, 6. It's more than 7. Okay, thank you. Thank you. Thanks to you. We play doubles against. Yeah, I see. So just so shit racket. Yeah, you fuck up the attention. I was thinking, fuck, why I give him the racket now? Первые деньги заработаны с прострингера. Промокод на тени меня, правда он его не знал. Серая мышь. Мышь! Надо было оставить эту, ну, сделать фотографию либо видос и отметить Tennis Brothers. А, Tennis Brothers. Прикольно, Тунгери. Грис Ред. Закончился наш сегодняшний день. Сейчас будут фрагменты с моего матча. Триггерил я очень сильно. Играл с каким-то Монарино, который не ошибался.
Все правильно играл, все правильно ты играл. Какая салупа, блядь. Какая салупа! Хорош, хорош. Хорош, 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 здорово. Охренеть, какие цены! Еще... Просто ужас. Посмотрите на вот этот ценник. Ничего не взяли, а 262. 26 евро. За что, Ваня, за что? За чабату 3 евро, чабата. Больно вот так подноситься на самом деле. Не, ну ёпта, ну должен, бля, сейчас должен нахуй, сейв. Да, правильно, сейчас это, кто? Номер какой? Номер. Не, Попков должен не забить. Попков уже один забил сегодня. 27-й. О, это мимо, зажало страшно. Что он делает? Сказал, зажало, бля. Спокойно, блядь, не нервничай, ты же на опыте, ты же тоже профик, блядь. В середину. Да! Сюда, блядь! Сюда! Ну, блядь, дядьку жалко, на самом деле. Он бедолага с зарплатой 17 тысяч рублей. Наверное, без премок в этом году. Проиграли, блядь, команде блогеров в сорки. Бонжур, друзья. Сегодня у нас среда. Иван Денисов сейчас будет противостоять Карлу Фрибергу. Первый запуск, первый матч. Сегодня был дождик, поэтому корты очень мокрые, медленные, неприятные, впахиваются как огород. Иван Денисов стоит, не понимает, что за прикол происходит здесь. Работают люди, подсыпают. Карл. Здорово, здорово. Сет, к сожалению, 6-4 Ванюк проиграл, на 4-4 сражался, был очень такой напряженный гейм, к сожалению, отдал инициативу, пару невынужденных ошибок, Фриберг сделал брейк и закрыл подачу. Пока что у нас убирают корт, мы можем наблюдать этих достаточно симпатичных девушек, делающих свою работу на отлично, молодцы. Все-таки это поинтереснее. Экстренное включение, я увидел зайца. Заяц, стой! Вот он! Ха-ха-ха!
Иди сюда! Ты где? Сбежал, а? Сбежал, кролик. Сегодня у нас четверг. Я играю одиночку первым запуском, и пара у нас должна была быть не ранее часа, но идет дождь. Поэтому не знаю, во сколько начнутся матчи. Кстати, вот это стадион Мальмо. We are walking distance like 20 minutes. I was like half of the way. Like yeah. I woke up in like 8:30, whatever. He sent me like. Bro, but this is like, you know, unrespectful a little bit. I mean, for everyone, for players, for you I as mean, well. But... Yeah, I know. Well, it's sometimes like this. Like they're pretty different to the way they're working. So. Yeah, I mean, but it's more convenient for him, you know, not to bother him with the questions all the time, not to call him, not to speak with him, just put it well, on the schedule, that's know. All. I just know that he is super busy with all the other things, except this tournament. I got so. It, no problem. Okay, okay, it's not for you, you know? I mean, thanks a lot, guy. Ну а че нам нахуй сидеть-то здесь? Ну, ой. Я очень много матерюсь, Леонид, мне надо работать над тем, чтобы нецензурная брань не составляла всего лишь 2% из моей общей речи, поэтому с этого дня я буду стараться говорить исключительно в уважительной форме, без какой-либо нецензурной брани, чтобы актив твоего канала падал, и ты убрал свою вонючую камеру себе в задницу. Поэтому, видишь, я уже себя контролирую. Пошли домой тогда, чем мы едем? А, ну, пошли глянем посмотрим на корты. Хотя бы, на корты. Ладно, посмотрим. Скажи, в общем, в целом, на что самом деле, сегодня? Я сегодня, сегодня абсолютно дождь стеной просто был тропический. Я проснулся из-за того, что мне в окно стучали капли дождя, ага, которые могли бы романтично меня разбудить, но я посмотрел направо и увидел спящего Хуана, а это далеко не то, что заводит вас с утра, друзья. Поэтому нет, мы просто не знали, что делать, потому что мы проснулись, понимали, что в 10 утра мы не начнем. Супервайзер не менял расписание на протяжении там, всего утра. Ну, 9:55, чувак за 15 минут до начала матча объявил о том, что все будет не раньше 12. Сейчас время... 11:52, подчеркиваю. В 11:40 я проверял расписание, не было ничего. То есть, как бы все думали, что сейчас 12 начнем матч. Мы сейчас встретили судью, который пошел к нам просто по дороге обратно. И судья говорит о том, что... Не супервайзер, подчеркиваю, просто судья, который сидит на вышке, говорит о том, что матчи начнутся не раньше 2. И он сам об этом не знал. Он приехал также к 11:30. И как бы ему ничего не сказали. Корты очень сырые. Главное, чтобы он не перенес матч на корт номер 7 и 6, потому что там огород. Да, вот. Ну вот девочки-красотки, конечно, молодцы, работают. Надо их как-то поощрить. Да. Вот. Хуан, вчера мы сидим, играем пару. В общем, мы выигрываем первый сет. И Хуан на кураже. Я думаю, что сейчас все пойдет легко и гладко. Начинает разговаривать с судьей. Судья его спрашивает, нужно ли вам убрать себе корт. На что Хуан говорит, call the girls, please. Как бы чуть-чуть за крайне сомнения по поводу бан. Немножечко неуважительного отношения к дам. Ну как неуважительно, я хочу. Я не знаю, на самом деле, что делать. Если нам ехать домой, то это в любом случае сейчас займет 40 минут. Это будет 12:40. И час 20 нам надо выезжать. Какой смысл нам ехать домой? Давай закинем где-нибудь здесь сумки. Ехала какая-то повозка. Продают сэндвичи за 12 евро. Но у нас солнышко. Я не про вот это, а про вот это. Разминается. Vamos, aprendido. Vamos. Сейчас разомнемся. Корт уже готов. В 2 часа стартуем. Let's go. Все, это конечно. База в одиночке у меня сегодня. Проиграли пару с матчбола. Few fail, one time, just quit. Я еду в Россию, Ваня в Лондон. Пока ракеточки оставляем на полочке. Всем чао. Настроение что-то монтировать, выкладывать, снимать нету желания, просто zero. И самая прикольная вещь, которая есть в этом месте. Это болт? Да, мой самокат. Право-лево, ну. О, Хуанито, Хуанито. Так, во, круг наш. Поехали, блядь, Хуан держится за мою сиську. Как я сегодня держался, блядь, за первую подачу на 9-9. Время 4:30 утра. Мы с Ваней в аэропорту Копенгагена. Он летит в Лондон. Я лечу домой спустя 3 месяца. Вот фрагмент, когда я выезжал. Века уже прячется. Века от Интерпола. Он же мигрирует. Буду дома ровно через день. Побыл я дома, восстановил силы, восстановил свою энергию, потому что было какое-то эмоциональное выгорание. Мое имя Кей, по фамилии Янабак.
проиграл я, оказывается, победителю турнира. Как же меня бомбит, блядь! Снова возвращаюсь в Европу, буду тренироваться 2 недели в Испании, после чего сыграю 2 турнира. Там же мы создали телеграм-канал с пацанами, всеми, которые были в предыдущих влогах, новые резиденты. Всем привет, на связи Хант Лангериев и Алексей Захаров. Всем огромный привет. Девочки, пишите в директ, готов с вами потанцевать. Бля, как не умел играть слева, так и не умею. Жалю! Ребят, только что увидели нашего подписчика на бортах. Только что подошел парень, поздоровался, да. Потому что знает нас, а теннис без названия. Передай привет. Лёня, привет. Лёня, привет. Обалдеть. Теннис без названия расширяется. Ссылочка будет внизу в описании, подписывайтесь обязательно, следите за новостями. С вами был Хуан, канал Теннис без названия. Всем чао-чао.